знакомы, наверняка слышаны. Николаевич, высокопрофессиональный руководитель, награжден многими военно-отделенными медалями. Выражаю уверенность, что Николаевич справится с тем объемом задач, который на него возложено. У нас подписчики по-прежнему ворота. Николаевич, просто посмотреть и наблюдать, что происходит. Будет развиваться. Самый спокойный регион Российской Федерации. Мы будем стараться выполнить те задачи, которые поставил перед нами наш президент, верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Это наша задача, в первую очередь, и служить народу. Так и будем работать. Желаем удачи. Я думаю, так будет продолжаться. Николаевич, пожелаем ему удачи. Обращайтесь, но когда будут вопросы, мы всегда на связи, сутки 24 часа. Но... Игорь Владимирович, без вас скучно будет. Мы иногда заглядываем. Спасибо за службу, за помощь. Все хорошо. Не пропадаем.